пригороде Смоленска вновь открылась профильная смена «Азбука безопасности». В этом году в ней принимают участие ребята из 12 районов нашей области. За время отдыха школьники изучат работу всех пожарно-спасательных подразделений региона, познакомятся с техникой, узнают о поиске и спасении людей. Ребята будут участвовать в пожарных эстафетах, конкурсах песни и рисунка. Частые гости лагеря – сотрудники МЧС. В этот раз они устроили праздник безопасности. Мальчики и девочки общались с огнеборцами, примеряли их в обмундирование, следили за работой спецтехники и катались на снегоболотоходе по территории лагеря.